Водолеи, дорогие, приветствую вас на своем YouTube-канале. У нас с вами последняя неделя зимы. Давайте сделаем на нее таро-прогноз, как мы уже с вами привыкли. Итак, что ждет людей под знаком зодиака Водолея с 22 по 28 февраля? Оп, выпали две карты, три даже, три карты, которые нам дадут какую-то дополнительную информацию. Мы обязательно их рассмотрим. Итак, прогноз для Водолеев. Так, сейчас пока убираю в сторонку, вот сюда положу вниз, они нам дадут дополнительную какую-то информацию. Так, смотрите, здесь все четко, просто и понятно. На этой неделе вы можете сталкиваться с какими-то проблемами, с трудностями, с какими-то препятствиями, с какими-то вызовами, которые вам может бросать, ну, мир, общество, люди. И знаете, так как мы всегда все равно рассматриваем карты в совокупности, в другой ситуации я бы вам не сказала этого. Но сегодня у вас выпал старший аркан Солнце. Это очень хорошая карта, благоприятная, которая говорит как раз-таки о том, она нам дает совет, и она всегда сильнее, да, старший аркан, он всегда более значимый. И в данном случае вам Солнце рекомендует расслабиться. Расслабиться, потому что все, что вы начнете сопротивляться этому миру, каким-то людям, сами себе сопротивляться, начнете действовать против своей природы, против своего внутреннего желания, потребностей, да, вы просто потеряете энергию, а результата никакого не добьетесь. И Солнце вам рекомендует расслабиться. Это, наоборот, время такого беззаботного периода. Пройдет время, у нас тут лошадка и тут, да, вы на коне, вы уже все сделали для того, чтобы сейчас не париться вот по этим поводам, которые будут вас провоцировать. Это может касаться и работы, это может касаться и личной жизни. Сфера может быть любая в данном случае, но вам рекомендация одна. Вы и так все держите под контролем. У вас, вы ни в чем не виноваты. Вы все делали правильно. Не нужно никому ничего доказывать, нужно расслабиться и получать удовольствие от жизни. Это карта беззаботности, это карта счастья ребенка, это карта беззаботного периода. Занимайтесь тем, что вам нравится, тем, что вас наполняет, тем, что приносит вам удовольствие. Не нужно бороться, не нужно. Прям четко. Давайте посмотрим, что нам скажут карты, которые выпали сами. Значит, смотрите, провокации будут, то есть, как бы, да, они будут и от людей, и это могут быть какие-то внешние обстоятельства, которые вас пытаются, ну, вы можете, знаете как, вы сами делаете выводы, можно сказать, что не убивает, делает нас сильнее, да, а можно сказать, я не хочу тратить энергию свою на это сейчас. И вот сейчас не нужно. То есть будут какие-то ситуации, могут какие-то люди язвительные попадаться, которые вас могут что-то сказать, подковырнуть вам. Могут попадаться люди, которые вам завидуют, которые не радуются вашим удачам. Могут попадаться. Может быть, у вас сейчас все настолько хорошо, что кому-то не дает это покоя. И если вы будете в это вовлекаться, вы потеряете энергию. Вот как я вам здесь сказала еще, да, не открывая этих карт, вы потеряете энергию, и, ну, просто у вас откат произойдет, и вы в то время, когда вы можете наслаждаться жизнью и радоваться тем, что у вас есть, вы будете грустить и печалиться. Поэтому не вовлекайтесь эмоционально в провокации других людей. Вот основной посыл вам. И у нас есть хорошая карта, которая говорит о том, что будут люди, рядом с которыми ваша отдушина, рядом с которыми вы будете чувствовать себя счастливыми, наполненными, удовлетворенными, довольными собой, уверенными в себе. Вот сейчас вам нужно находиться рядом с этими людьми, потому что
Знаете, какая бы сильная у нас ни была с вами защита, какие бы мы с вами не были прокачаны, все равно негативные люди, они потихонечку подсасывают нашу энергию, они не могут на нас не влиять. Поэтому старайтесь поменьше с ними общаться, избегайте этих людей. Вы все равно сами прекрасно понимаете, кто как к вам относится. Поэтому проведите эту неделю в удовольствии с теми людьми, которые вас наполняют, которые делают вас сильнее, рядом с которыми вы кайфуете. И просто не поддавайтесь сейчас на эти провокации. Это такой период. Уйдет это время, наступит другой период, эти люди не смогут вам никак на вас воздействовать. А сейчас не нужно, не вовлекайтесь в это. Живите счастливо, вы этого достойны. Такой вам посыл от карт. Желаю вам удачи, пусть у вас все получится. Никого не слушайте, ни на кого не смотрите, живите в свое удовольствие, кайфуйте, будьте счастливы. Всем пока!